Сегодняшний опрос не связан напрямую с подготовкой школьников к 1 сентября. Горожан мы попросили вспомнить школьные годы. К примеру, куда они прятали шпаргалки на экзаменах. Лучше всего прятать шпаргалку, конечно же, в носок. Под юбкой. В рукавах можно. И, я не знаю, там, в штанах. Ну, девки под юбками прячут. В платочке, в карманах внутренних. Я никогда не прятала, всегда училась честно. Под юбку. В кармане. Под юбкой. Какие шпаргалки? Спрятали под юбкой, специально сшили мешок и там спрятали. В руках ближе. Девушки в основном под юбку, парни в носки. Многие предпочитали прятать заготовленные ответы в карманы. Из опрошенных только один с гордостью заявил, шпаргалками он не пользовался вообще.